Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Cops of War, PlayStation 1 версию американского региона, команды будущих пиротехников, пока у меня 5 бомбардиров, и впереди 6-я миссия, играю я на уровне сложности Hard. Да, эта миссия тоже может причинить много боли. Я думаю, первый ход тратить... Чтобы дойти туда, смысла нету, потому что у них 2 шпиона, 2 пиротехника. Шпионы могут ТНТ поставить. Поэтому я, наверное, возьму аптечку одну и попробую скинуть вот этого товарища. Сколько надо взять только? Рассчитать. Вроде стоит близко, да? Но насколько близко? Так мало будет, да? Не знаю. Попробуем. В самый раз. Сюда его. На мины. Ну или хотя бы просто скинуть. Так, дебют мне уже не нравится. И он сразу начал искать цели. И хорошо, что он стреляет в Гарри. Хорошо, я его спрятал. Так, думаю, взять ли еще аптечку. Наверное, возьму. Так, мне кажется, он не стоит под пистолет. Сейчас. Я хочу второго скинуть. Ну, тоже надо где-то так взять. Примерно. Может, даже чуть побольше. Ну, попробуем. Давай, главное сюда. Ну, еще хорошо на мины. О, этот спрятался. Отлично. Так. Отлично, он будет стрелять, скорее всего, с пистолета по этому, а этот будет стрелять по этому. Так что можно заниматься шпионами. Только каким? Вот этим? Наверное, лучше отойти от мин. Ох, где он примерно стоит? Стоит вроде бы рядом. Нет, так мало будет, так мало будет. Так, 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 наверное, много будет. Или нормально. Ну, попробуем. Мало, да? Я так и думал. 43 хп всего. Ну, ладно. Давай, стреляй с пистолета. Или нет? Нет, с пистолета. Но не по ближнему. Почему-то. А по Гарри стреляет. Вот козлина. Так, взять аптечку. На всякий случай. Так, еще раз этого шпиона попробуем. Надо взять чуть... Так, ну это мало будет, мало. Так, наверное. Вот так. Маловато опять. 41. Ну еще один надо хороший такой выстрел сделать. И он будет готов. А этот-то по кому будет? А, отлично, Гарри подставляется прям. На растерзание тут идет. Так, ну я думаю, надо его добивать, этого шпиона. Только тут надо уже больше взять, гораздо больше.
Ну вот так примерно, да? Стоп. Ну это мало, это мало, это мало. Вот так вот. Все, одного шпиона минусанули. Так, теперь надо... О, этот спрятался. Хм. Так, Гарри возьмет, пойдет аптечку, я думаю. Он принимает на себя тут много. Шпион спрятался. Так, у тебя сколько хп? 62. А, хотя тут Джеймс стоит еще. Может быть, попробовать минусануть этого? Аккуратненько только. Чтобы не зацепило меня. Но минусануть не получилось. Ладно. Так, сейчас будет Джеймс получать, наверное. А чё, Джеймс тебя не устраивает? Почему Гарри-то опять? Опять достается Гарри. Не нравитесь вы мне. Так, ну, шпион там спрятался. Это мне тоже не нравится, если честно. Так, ну сколько брать? Это мало, это мало. Нет, это много. Вот так вот, примерно. Я хочу его минусануть уже. Готов. Ох, у него же огнемет есть, точно. Я забыл. Ох, он мне еще шестерку снял. Наглец, наглец. Так, Хизер, ты пойдешь шпионы стрелять. Так, где ты тут спрятался? Коробка ты. Странная. А, вот он. Так, ну сколько будем брать? Это мало. Где-то так, наверное. Хотя нет, маловато будет, да. 29 всего снял. Он опять прячется. Какой стати? Не нравится мне, что он прячется. Опять ой, как плохо я стреляю. Ну, 27. Опять по Гарри. Ладно, Гарри пока выдерживает. Эх. А пока что Гарри выдерживает еще. Весь этот натиск. Так, шпион открыт. Можно хорошо стрельнуть. Только надо гораздо больше взять. Вот так. Это... Блин, ну почему опять? Опять я мало взял. 31 хп. Ну, в принципе, он ваншотный. Он, наверное, сейчас уже будет делать выстрел какой-то. По кому он будет стрелять? Меня интересует. Целей много.
пошел гулять. Угу. Стреляет по-крепкому моему Генри. Ну чё, рискнем по шпиону? Там очень надо рассчитать, чтобы попасть и своего не задеть при этом. Давай попробуем. Много. Ай, много взял. Или в самый раз. Нет, хороший выстрел. Минусанул шпиона. Молодец, Гарри. Так, ну и остается дело за малым. Добить римского. Все, с первого раза прошел. Надо же. Две медальки. И сейчас я повысить никого не смогу в классе, поэтому на следующую миссию с тем же составом отправимся. На этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каисов. Всем удачи и услышимся в следующей серии. Пока-пока.